Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Сергей. Да. Сегодня мы поговорим о добродетелях и о страстях, и тем самым начнем новую рубрику. Почему об этом важно говорить? Потому что зачастую мы, христиане, отдаем себе отчет, что нужно быть добродетелем. Но как только мы так говорим, сразу возникает какой-то спазм, что это означает нельзя то, нельзя это, надо себя вести прилично, я должен быть хорошим человечком. Да, и чувствуется сразу какое-то понуждение, как будто у меня безвыходная ситуация, и вот это давлеет надо мной. В то же время никакой Господь, радости не приносит. Да, в то же время, помнишь, Господь говорит о том, что придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Да? Бремя мое легко есть. То есть, по идее, во Христе мы, обретая спасение, мы как бы разгружаемся, а не нагружаемся дополнительными вещами. Да, только получается, опять же, в реальной жизни вот, звучит это красиво, звучит это так вот вдохновляюще. Но как трудно христианину действительно испытать легкость бремени Христова. Ну да. Вот нам сегодня нужно как раз поговорить, почему возникает такое какое-то ощущение от добродетели, что это тяга-то какая-то, да? И как все-таки наше добродетельное житие, оно может быть высвобождением, а не перегрузом. Попробуем? Благословите. С Богом. Что такое добродетель? Вот если слушаться слово, то это некие добрые дела, так? Угу. Мы делаем добрые дела. А есть какое-то отличие между тем, как добрые дела делают христиане и как делают нехристиане? Как ты думаешь? По идее, должно быть. Ну, опять же, если мы вспомним античность, то понятие добродетели или какого-то доброго, нравственного поступка, оно, в принципе, свойственно и присуще любому человеку. От природы. То есть, так называемая естественная добродетель. Да. Ну, то есть просто добродетельно то, что созидает тебя, да, то есть и разрушительно то, что тебя разрушает, да. Для древних греков было такое понятие этоса и пафоса, да, то есть этос — это то, что вот наш нрав, и отсюда нравственность там, да, а патос — это страсти. Это патология отсюда, то, что нас разрушает. И эти все какие-то нравственные вещи, они, в общем-то, имели различные исчисления, они как-то вот проговаривались по-разному, но суть сводилась к тому, то, что человек внутренне оказывается собранным, и для него вот этот вот добродетель — это какое-то мирное, спокойное житие. Но мне кажется, здесь есть еще одна опасность, да? Потому что, опять же, именно для нас, для христиан, потому что мы иногда очень увлекаемся делом добрых дел. И особенно сейчас, когда это востребовано, и когда это вот занимает плоскость социальных, социальной помощи, социального сопровождения. Вот. Но всегда ли мы тем самым совершаем добродетель? Овладеваем, не знаю, там, стяжаем мы ли ее или нет? Ну, надо сначала тогда вообще посмотреть, что такое добродетель в деле спасения. Да? То есть христианин, вообще кто такой христианин? Это тот, который нуждается во спасении, и тот, который это спасение обретает во Христе. То есть мне нужен, как христианину, Господь. Я хочу быть с Ним, и в этом смысле вот я ищу возможности, как мне быть с Ним. Господь сказал нам то, что если любите Меня, то заповеди Мои соблюдете. Да? То есть вот Его заповеди, мы стараемся их совершать, для чего? И вот здесь, вот, да, в том, как Господь это повелел нам делать, есть: если любите Меня, то будете их соблюдать. А у нас вот, и с этим надо разобраться. Вообще, что такое любите Господа, да, и когда мы делаем добродетель, то чего ради мы их делаем. И мне представляется, да, то, что вот большая проблема у нас в том, то, что когда мы приступаем к каким-то добродетелям, то у нас начальный посыл, он какой-то не про любовь к Богу. Это, то есть, совсем не про любовь. Потому что вот представить себе, знаете, как, например, вот ребенок прибегает к папе, говорит: папа, я вот разукрасила там вот сегодня, морковку нарисовала, вот смотри, что она делает. Это, ну, это что-то такое, вот она делится, да. Она с этим потом побежит там к маме, к братикам, сестричкам, вот, это что-то хорошее. А у нас отношения с Богом вовсе не такие легкие, да? И для нас добродетель зачастую это бывает принуждением себя творить что-то, но не любимому Богу, да? А мы делаем что-то для того, чтобы себе поставить галочку, то, что я хороший, да?
А можем ли мы предположить, или вот, по крайней мере, как сделать такое допущение, что вот человеку после грехопадения вообще не свойственно, ну, то есть невозможно творить добрые дела в силу поврежденности грехом именно из любви к Богу? Может быть, это запинает и препятствует, и поэтому так тягостно, я не знаю, так сложно человеку вот выполнять заповеди. Потому что, опять же, очень часто, вот, если мы возьмем христианина, да, то есть вот он знает, что есть заповеди, и их нужно исполнять, потому что это закон. А есть вот еще как бы добрые дела, которые, на первый взгляд, ничем не связаны, то есть они вообще никаким боком, да, не соприкасаются с законом, я имею в виду заповедями. И получается такое вот разделение. Значит, заповеди я не могу сам исполнить, потому что я поврежден грехом. А добрые дела – это как некий костыль, который я вот в какой-то степени, да, то есть могу использовать для того, чтобы приблизиться к Богу и преодолеть вот это вот после грехопадения образовавшуюся мою неспособность любить Бога, ну, так, как мне, наверное, надо было. Да, я думаю, такая опасность есть, но мы не должны противопоставлять добродетель и любовь к Богу. То есть, я думаю, вы скажете добродетель и заповеди. Можно и так сказать. Добродетель и заповеди, но в той мере, в которой заповеди заповеданы Богом, как некоторое вот Божие приглашение. Да? Бог заповедует, то есть Он говорит нам, любите ближнего своего. То есть это заповедь, но это не в смысле приказ, повеление, да? Инструкция. А это Он любимым деткам, Он говорит, любите друг друга. И в этом смысле, а как любить? Да? Вот быть кротким с ближним, да? Вот как-то не обижать, вот хранить мир. Но если мы хранение мира, кротость, воздержание и прочие добродетели будем слышать не как то, что нравится Богу, не то, как Он сам живет, а как некие повеления в отрыве от того, кто такой Бог и что Он сам так живет, да, то тогда для нас будет возникать вот такое вот, знаете, то, что я должен так делать, почему? Ну, должен. Должен, да. И вот это вот делание из чувства долга, оно, кстати говоря, вы помните, да, то, что тоже в истории вот этики, да, это тоже один из таких вот возможных вариантов ответа на вопрос, а чего ради мне должен, чего ради я должен делать какие-то добродетели? Это вот самое чистое. Должен из чувства долга. Ты сам себе поставил задачу, и ты ее воплощаешь. Так вот, в христианстве немножко по-другому, да? Вот. А как по-другому? Давайте вспомним, откуда вообще все это дело начинается, да? То, что вот про естество, про наше, да, и как вот, что там у нас устроено, и вот почему мы иногда вот с радостью дарим, как этот ребенок из моего примера, да, свое сердце, свою любовь, почему мы можем замолчать и быть кроткими, ты говори, да, мне хочется тебя слышать, а иногда для нас это бывает проблематичным и трудным. Грехопадение. Грехопадение, к чему оно привело? К тому, то, что наше естество, которое в Адаме, оно раскрывалось пред лицом Бога, и Адаму было хорошо пред лицом Бога. Он жил, и все, что он не делал, это было вот такой вот, ну, благом. Да? То есть Бог сотворил мир благим, и Адам в этом благом мире, он живет и вот пребывает в этом благе. А потом, когда происходит это грехопадение, у Адама происходит некое нарушение, да, его естественной жизни. Природы, да, его, да, задуманной Богом. Да, то есть природа остается неповрежденной, но повреждается способ осуществления всех тех задатков, которые Бог в природу заложил. То есть, может быть, тут просто поясним, да, каких задатков? То есть на уровне мысли, да? На уровне мысли, на уровне чувств, да, воли. Помните, да, как в итоге апостол Павел говорит? «Бедный я человек, да, чего хочу, не делаю, а чего не хочу, то делаю». И это бедовая вещь. Но ты же хочешь. В чем проблема? Бери, делай. Я не могу. Я начинаю с того, чтобы просто покушать, а взял и объелся. Да? Мне хочется просто вздремнуть, а я заспался, и вообще мне лень и апатия, ничего не хочется делать. Да? И это вот следствие того, что у нас разрушилось что-то в нашем вот таком, ну, в нашем динамичном таком житии, когда я вот хочу хорошего, а у меня соскальзываю и попадаю в какую-то ловушку. Да, и тогда мне проще творить страсти. То есть по греховной природе для меня вот противоестественные вещи, они становятся более легко осуществляемыми, нежели, опять же, те же добродетели, на которые добрые дела, на которые я должна себя понуждать. Мы к этому придем, но в таком вот режиме, что
Сначала поговорим про то, что с человеком происходит, когда вот он теряет связь с Богом, да? То есть некий дефицит полноценного жития, он никуда не девается, да? То есть то, что было на месте Бога, оно теперь пустует, я оторвался от Бога своеволием, да? Адам говорит вместе с Евой, то, что мы хотим сделать то, как нам хочется, хотим это древо познания добра и зла употребить, да? Я хочу скушать плоды. Хотя Бог говорит по-другому. И вот своеволие делает тебя замкнутым на самого себя, оторванным от Бога. И вот начинается томление. Я беру, я потребляю что-то, но потом я тоскую, потому что в этом угождении себе я не с Богом, я сам с собою. Да? А это делает меня, ну то есть в чем-то, да, таким вот крепким, сильным, вот как я могу, но в общем-то... В моем «я», опять же, да? в самоутверждении моего «я». Да, но в общем-то этого мало, мне всегда хочется чего-то больше. И вот смотрите, я вот хочу вот как бы немножко, о чем это мы говорим, да? Добродетель, может ли быть, вот вы спрашиваете там, да, вот у человека падшим естеством, да? Или у человека, который далек от Христа. Да, отвечаем мы, в каком смысле? Он может делать добрые дела. Милостыню может подать? Может подать. Он может даже пожертвовать собою? Может, да? Но что это такое? Да? Да, вопрос, спасается, да, ли он этими добрыми делами? И что такое спасение? Спасение – это не просто добрые дела, а это именно жизнь в Боге. Но жизнь – это не мертвечина, это некая действенность. Да? И в этом смысле, когда я действую так, как действует Бог, то я как бы вот действую так, как Он, я и сам врастаю, по идее, в образ жизни Бога. Если... Батюшка, простите, перебью, но могу ли я так действовать, вот как вы рассказываете? Опять же, в силу моего поврежденного естества, так вот, действовать как Бог, это как? А вот смотрите, давайте вот и смотреть, что вот как я думаю, то, что я могу так, тогда и только тогда, когда опять тот же апостол Павел в конце своей жизни говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. Сейчас подумаем вообще, про что это такое, да? Но понятно то, что вот в христианской добродетели всегда присутствуют два крыла. С одной стороны, моя человеческая благая воля, я хочу, Господи, жить так, как Ты, так красиво, так вкусно. Я хочу жить так, как Твои святые живут. Мне вот, мне так мило, да? Но я пробую. Но у меня всегда происходит какое-то спотыкание, да, когда я действую, только опираясь на себя. Почему происходит спотыкание? Потому что до тех пор, пока я вот, ну как сказать, не влюбился в Бога, да, у меня всегда есть некий разворот на ближнего своего. Ну то есть я вам подарил часть своего имения. Ну как я? Хорош? Я умница, да, у меня вот все нормально, да, и всегда есть какая-то такая вот фига в кармане под названием вот, ну, какого-то самолюбования, самооценки. Самодовольство, да. Или же не самооценки, а оценки со стороны других, да, то есть мне нужно, поскольку я существо вот социальное, поскольку я существо открытое к Богу, но Бога я еще, ну, с Ним не сошелся в таком вот, ну, в единстве, да, то я на место Бога я все равно ищу кого-то, да, правда я хорошо поступил. И вот этот вот такой вот дефицит, да, того, что кто-то подтвердил, что я хорош, он приводит к тому, то, что сама это вот доброе дело, да, оно, ну, как бы скомякивается, да, оно получается, ну, недоделкой какой-то. Да? Вот. Тогда можем ли мы вот уже, да, при таком подходе, при таком рассмотрении сказать, что человек, который решает, то есть вот высказывает некое произволение совершать добрые дела или стяжать добродетели, первый вопрос, на который он должен сам себе ответить, ради кого и ради чего я это делаю, что мной движет? И тогда, если действительно я могу ответить себе на этот вопрос, я хочу внимания, или я хочу, чтобы меня похвалили, да, то это явно не та христианская добродетель, которой я спасусь, или которая приблизит меня ко Христу. Я думаю, что можно, но тут, понимаете, чтобы у нас не получилось такой вот излишней философизации дела, да, потому что мы живем в реальной жизни, и понимаете как, вот меня... просит, ну, какой-то бедовый человек, слушай, дай денег. Да, да, при этом я знаю, что есть заповеди «дай».
Да. Вот. То есть смотрите как. Я думаю то, что, понимаете, мы скорее не в преддверии совершения доброго поступка спрашиваем, а для чего, да? А вот ты делаешь, а потом наблюдай. Вот что с тобой происходит? Потому что если ты сделал доброе дело, и потом ты чувствуешь, как гнильцо подступает, вот самолюбие какое-то, да, самолюбование какое-то там, да, или ты так вот получаешь удовольствие от того, что тебя похвалили там, да, ну или прочие какие-то такие вот помехи. То есть ты сделал доброе дело для человека, и ты, ну, вот порадуйся, вот твой человек может как-то теперь пойти купить себе хлеба там, да, или ты так совершил, и ты вот, Господи, и мне тоже, не оставь меня твоими дарами, чтобы, ну вот, я тоже нищий, да, найди, что мне подарить там, вот, да. Вот то, да, о чем вы сейчас говорите, это ведь, по сути, молитва. То есть, когда я совершаю доброе дело, да. Есть у меня намерение, да, я подаю, например, милостыню в вашем примере, я уже обращаюсь к кому? Господу, да. То есть это молитва, это прошение помощи. Поддержи меня в этом намерении. То есть я в этом деле не один и не ради себя тогда его делаю. Если я обращаюсь, Господи, помоги мне. Но мне кажется, ведь это честно. Честно, но я думаю, тут тогда вот можно было бы так сказать, да? Ведь у отцов, у некоторых, да, они пишут то, что вообще основание всякой добродетели – это молитва. То есть оно не то, что сопровождает, да, а добрые дела рождаются из молитвы. Да, то есть молитва – это и есть вот моя обращенность к Богу, меня, вот такого, знаете, Адама, тоскующего от того, что я утерял рай. И я прошу, где ты, Господи мой, где ты? Уже не Господь Адаму говорит, Адам, где ты? А я, заблудившаяся овца, я взыскую тебя там, да? И вдруг я вижу человека, который нуждается, да, в чем-то. И, конечно, изнутри моего тоскующего по Богу сердца, да, мне очень хочется, что вот ну… На, милый, да, вот и тебе, вот мне плохо, я тоскую, и тебе я вижу плохо. Почем тоскует человек, просящий денег? Ну, понятно, что да, он просит денег, ему может просто надо выпить. Но в той мере, в которой ты вот так вот пребываешь ты в молитве, да, вот в этой вот, ну как сказать, во взыскании Бога, ты и в нем различишь вот эту вот бедовость, то, что и он такой же бедняга, как и ты. И ты просто жалеешь его не потому, что так. Ну-ка посмотрим сейчас, какой номер я должен выполнить, какую заповедь, 5, 4, 3. А ты просто любишь ближнего, который вот… Ох, батюшка, ну совсем же это непросто. То есть мне кажется, опять же, возвращаясь, да, вот к тому, с чего мы начинали, могу ли я без Бога любить другого? Так вот, без, да? Бога, так в том-то и дело. И когда что… просто любить, это уже надо достичь такого, не знаю, там, трезвения, такого понимания, да, чтобы я вот, Господи, я сам не могу. Ты мне помоги. Я просто любить не могу. Так вот смотрите. Я, да, вам просто как, знаете, как пользователь, да, вот, делюсь, откровенничаю. Да, да. Согласен с вами. Но я как раз, мне кажется, про то и говорю, то, что, понимаете, молитва, она не сопровождает, да, добродетель, да, она как бы является солью добродетели, да. Но вот соль взять, ты делаешь вот это вот стяжание, да, этой вот этой молитвы, оно, как сказать, добрые дела, исполнение заповедей, они подогревают твою молитву, но… И молитва. Молитва, она сама доброе дело делает добрым делом, а не просто самоутверждением, да, не просто социальным каким-то вот таким вот маркером твоего христианского, так сказать, жительства там, да. И когда мы говорим молитву, мы опять же подразумеваем обращение к Богу. Причем, да. Потому что ведь можно как? О, мне нужно помолиться. Сейчас я открою, прочитаю «Отче наш», потом «Богородица, Дева Радуйся», 150, и пошел милостыню давать. Зачет. Тут да. Вот чувствуете, да, есть какое-то, опять же, вот, да, кому я обращаюсь. Ладно. Екатерина Михайловна, давайте тогда вообще по-другому зайдем, да. Вот смотрите, как интересно, Господь, придя и возвещая то, что приблизилось Царство Небесное, да, что Он первый говорит? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть в контексте нашего разговора, да, вот Господь пришел, говорит, Царствие Небесное, вот оно вот приблизилось. То есть что, и что, Господи, вот что, да? И то, что, слушай, я небеса для вас подклонил. Давай сюда, идем, вот здесь много вкусного. Это целый рай я вам дам. Это и есть жизнь в добре, в благе. Это делание добра, да? Ну, слушай, ты не сможешь к этому в это царствие войти, не покаявшись. Прежде покайся, да? И вот глядите, да? Вот что является основанием добродетелей? Мы сказали молитва, но вы верно замечаете. Три раза «Отче наш», «Богородица», и тогда
Нет, Екатерина Михайловна, не это. А что? Ну, прежде покайтесь. А, на исповедь сходить? Я уже была на прошлой неделе. Так уже теперь все добродетельно? Нет. Покаяние, да, это тоже не то, что я могу, ну, так сказать, взять и маркировать это то, что было вот там, позавчера на исповеди, да. А это именно вот это вот разворот к Богу, без которого, что бы я ни делал, оно будет отдавать пластмассой. Из пластмассы можно сделать прекрасные штучки. Из пластмассы можно сделать елочку, из пластмассы можно сделать фигурку святых. Я не знаю, все, что хотите. Но это пластмасса. Да? Угу. Поэтому вот покайтесь, то есть это означает оберни свой ум туда, к Богу. И то есть вот что сам Господь кладет в основание приближения нашего к Царству Небесному. Но тут тоже можно вот, да, сказать то, что ай. Ну что, правда, вот там я на исповеди был там, да, или я уже, вот я покаянный канон уже обчитался, мне уже вот как бы мозоль, да. Так что тогда? Другие отцы, помните, говорят, что в основании добродетели лежит... Терпение. Или смирение. Смирение. Пожалуйста, терпение или смирение там, да. И у меня опять тоска, ну что такое? Ну у меня это вот, я и так вот живу, как мышь серая, да, ни слова никому не скажу, ничего, я уже смирение быть не может. И опять... Ну, давайте вы говорите, это смирение или нет? Ну, нет, конечно. Почему? Ну, потому что само по себе смирение – это добродетель. Ну, Да, которая, опять же, некий плод, дар, который я стяживаю вот в этом процессе движения ко Христу. Да. Вот опять же, иногда вот говорят, когда ты просишь у Бога терпения, вот что тебе в Господь, в патерике, да, да. Вот, что тебе Господь подает? Вот он тебе даст терпение или он тебе даст возможность прожить, пережить, поупражняться в терпении? Второе. Да, да? То есть он тебе даст страдания. Где ты можешь не просто, как, знаете, вот часто приходится слышать, почему Адам так легко потерял все, что имел? Ну, потому что он не выстрадал, да, то есть он не вкусил, как бы, цену, угу. Да. И вот теперь, когда мы движемся, да, то есть на пути ко Христу, как бы Господь дает нам возможность выбрать, и как раз, ну, не хочется говорить заплатить цену, но тем не менее сделать нечто, вот, что, ну, вот опять же, потрудиться, да, да. На той или иной добродетель. Но опять же, какую-то определенную только меру могу сделать я. Да. Так вот смотрите, да. Но вот... в той ситуации, которую мне Господь попускает. Да. И вот смотрите, да. То есть мы о чем сейчас говорим, да? О том, то, что вот Адам, он потерял связь с Богом, и из-за этого, да, вот его добрые дела, они могли стать какими-то такими компенсаторными вещами, да, которые как бы заполняют то место, где должен быть Бог. И, в общем-то, он старается, он пытается, но он тоскует. Да? Он вот, сколько мы видим ветхозаветных праведников, которые вот так вот, ну, Иов многострадальный, да. Вот слушайте, добродетельнейший человек там, да. Но вот потом бабах, и оказывается то, что он, ну, вот у разбитого корыта. Ему все говорят то, что да ты, видать, согрешил. Он говорит, да я вот, я чувствую, что я не согрешил, но вот худо мне, потому что я ищу вот этой самой связи с Богом. Мне ничего страшного, гноище, не гноище. Самое большое страдание Иова, то, что он не понимает, как так, Господи, о чем это, что со мной. Я ведь вижу то, что вот как бы я ничего плохого не сделал, да, но тебя со мною нету. Я тоскую по тебе. Кто нас помирит с Богом, тоскует Иов там, да. И, в общем-то, вот он, Ветхий Завет, это... множество да. Нравственных, добродетельных, да, и тоскующих по Богу людей. Но у нас новозаветных христиан да. Есть и путь, и истина, и жизнь. Да. Но, смотрите, он у нас есть, Господь пришел, да, и вот мы сейчас говорим про то, что вот, понимаете как, добродетели становятся добродетелями тогда и только тогда, когда правда это благодать Божия в них присутствует. Помните Мотовилова, который пришел к преподобному Серафиму и говорит, слушай, отче, ко всем хожу и спрашиваю, что за христианство наше, в чем смысл христианской жизни? Те говорят в слезах, те говорят в покаянии, те говорят то-то, то-то, то-то. Это все правильные вещи. И батюшка Серафим говорит, все правильно, да неправильно, да? Потому что цель – стяжание Духа Святого. Да? Угу. Ну, потому что, так а где добродетель? Так какие добрые дела? Причем тут стяжание Духа Святого, когда вот мы говорим про добродетели?
Ну, а потому что это и есть то самое добро, которое мои дела делает наполненными, да, вот этим вот самым духом. Ну, тогда мы можем сказать, что источник, поправьте меня, если я, я что-нибудь скажу, да, не то источник любой добродетели – это Бог. Помните, когда он говорит, учитель обращается к нему, да, учитель благий, Господь ему отвечает, один из... Да. Слушателей, моментов, да. Да, да, вот в Евангелии описывается. И Господь говорит, никто не благ, как только Отец мой, да. Ну, Отец мой, да. Угу. И получается, что Господь, Иисус Христос, источник добродетели, источник благ. Да. И вот смотрите, не да. Не я, да. Не мое какое-то удовлетворение от какого-то доброго. То есть я здесь, получается, уже подменяю, да, некоторые понятия. И тогда вот то, о чем вы говорили, обращенность, моя обращенность ко Христу, по сути, дает мне возможность, ну, простите, прильнуть к этому источнику. Да. Ну, в ту меру, в которую я могу. Да. Понятно, я могу пить и больше, и больше, и больше, и больше. То есть это некое движение. Да. Но изначально источник любой добродетели, то есть высшей, как бы, если можно сказать, степень проявления добродетели, они во Христе, правильно? Да. Ну, как бы, вот если так рассуждать. Да, да. И получается то, что, смотрите, помните, у святителя Игнатия Брянчанинова есть такие размышления, то, что вот если ты делаешь добро, но не во Христе, то бойся таких добродетелей, да? И вот это то, о чем мы начали говорить. Да, потому добродетель что, падшего естества. Да, да, когда мы совершаем добродетель, да, и в ней нету Христа, то в ней всегда все равно будет кто-то, что-то будет, да, какой-то мотив. И бременем тяжким для меня мотив является именно такой, знаете, лицемерие, которое я могу и не осознавать, но вот я делаю так, потому что так все наши делают, члены общины, там, да, мама так научила, там, мой муж ждет от меня, моя жена так ждет, что я буду так себя вести. И это натирает в моей душе какой-то такой вот, ну, мозоль. И мне кажется, именно это и есть, вот эта вот моя гордыня, да, вот эта вот моя замкнутость на себя, она и утомляет меня. И именно об этом Бог и говорит, слушай, отдавай мне это, тебе будет легко, естественно. Да? Да. И... То есть, если мы переведем на язык психологии, то, о чем вы сейчас сказали, то человек сталкивается с необходимостью самооправдать, да, то есть то внутреннее напряжение, которое возникает у него в результате конфликта между тем, чего я хочу и что я должен сделать. Да, то есть возникает внутреннее противоречие, которое для него невыносимо, потому что оно так или иначе препятствует поддержанию той самооценки, того мнения о себе, которым, то есть я концепции, да, то есть той идеи, представления о себе, к которой он привык. Да. То есть это несет угрозу его привычному самоощущению. Что вы имеете в виду? Это, в смысле, добродетель, сделание добра? То есть необходимость отказаться от «я», да, и обернуться ко Христу, и начать делать нечто, что противоречит, как мы бы сказали, моим потребностям. Да, я хочу, чтобы меня любили, я хочу, чтобы вы меня уважали, чтобы меня признавали, чтобы меня похвалили. Да. Это мои потребности. Да. Да, и когда я понимаю, что я в этом месте должна наступить, как говорится, на горло своей песни, повторяю, здесь нужен определенный уровень, ну, вот, опять же, духовной сказать, зрелости. Или психологической культуры не помешает. Да, да? Да. Вот, по той простой причине, потому что такой разворот предполагает изменение, то есть тоже трансформацию или преобразование моего как бы внутреннего вот этого психологической, той психологической структуры, которой я жил до скажем, этого смену времени. Системы координат. Или смену системы координат. Я думаю, именно так, потому что, понимаете, если я живу в системе координат удовлетворения своих потребностей, да, и мой комфорт, мое счастье, мое благополучие зависит от удовлетворения потребностей, да, то это одна история, а другая история, когда система координат располагается в Боге, да, то есть вот, да, ну... вот мое, и это тоже потребность ведь, да, это ведь тоже потребность в абсолюте, да. Вот я с вами соглашусь, единственное, что тоже очень аккуратно, потому что, чтобы не получилось так, что мы человеческие
потребности, психологические потребности, опять же, связаны там с благополучием. Ведь плох не сам по себе комфорт. Да. Плохо то, что я ставлю его в моей системе координат выше, чем, например, благо другого. Да. Да? То есть не сама по себе потребность плоха, да, а именно то, возможно, в какой форме я ее выражаю, проявляю. Да. Вот, и те последствия, например, да, те бонусы, на которые я ориентируюсь. Да, то есть проблема, я думаю, в том, что мы, человеки, верующие ты, неверующие, но мы говорим о том, что мы как-то зацеплены нуждой в абсолюте. И если мы удовлетворяем свои потребности, базовые какие-то, да, но не добираемся до чего-то, что является абсолютной ценностью, то я оказываюсь белкой в колесе. Да. Я поел, слушайте, это очень ценно, что у меня была еда, и в холодильнике было что-то там, да. Но только помните, как у Арсения Тарковского. Вот и лето прошло, как не бывало, на пригорке тепло, только этого мало. И вот у меня все пришло, но мне этого мало, потому что душа требует абсолютного. И в этом смысле система координат должна быть, да, настроена таким образом, то, что вот это самое, чего мне мало, да, я должен понять то, что оно в Боге. И тогда, понимаете, мой разворот будет на то, чтобы его искать. И тогда в нем обретать вот тот, скажем, изначальный смысловой фон, на котором фоне я смогу делать вот эти вот локальные какие-то взаимодействия или достижения, или доброделания, которые будут поддерживать этот первоначальный, фоновый мой христоцентричный такой вот взгляд. Но тем не менее это все-таки кризис, согласитесь, для человека. То есть осознать, что ему нужно менять систему координат. Я думаю, честно говоря, не представляю даже, как возможно ли такое. Итак, беремся за смену системы координат. Мне кажется, что в реальности происходит поломка какая-то в моей такой обычном течении жизни. Именно страдание, связанное с поломкой, меня оборачивает к тому, за что мне зацепиться? То есть где на самом деле основание? И для меня всякие такие суррогатики в виде того, что, слышишь, заведи себе подружку, купи себе машину, съеди, отдохни. Не хочу, потому что все это было там, да, я не могу в этом пребывать. Это все какая-то свиные рожки, говоря метафорой про блудного сына. И тогда, начиная, да, опять же, во Христе творить добрые дела, да, то есть мы говорим не о том, что одна система меняется координат, одна структура заменяется на другую, нет. А мы говорим про постепенную, да, преобразование, построение этой новой системы координат. Да. То есть мы, опять же, мы не ломаем человека, да. Да? А, например, воцерковляясь, прикасаясь к таинствам, да, то есть имея намерение, да, приближаться ко Христу, человек имеет возможность постепенно и в этом Христе себя отстраивать, если так можно сказать. Я думаю, что да. То есть мне кажется, понимаете, доброделание начинается именно как исполнение заповеди Христа, да, когда человек почувствовал нужду во Христе. Да. То есть все остальное его не удовлетворяет. Я пробовал, я ездил, я покупал, я вижу что это тупик, да, это какой-то бесконечный фальшстарт. И смотрите, здесь давайте мы опять вернемся к Адаму, да. То есть для Адама была естественна жизнь в раю. Он был образом Божьим, и он был призван уподобляться Богу. Это уподобление требовало определенного труда. В частности, ему говорится, возделывай сад. Это тоже метафора того, что садом является и конкретные райские все обители, там, да, но это и он сам, его сердце, его душа, он должен был это возделывать, да. И тем самым от естественного сверхъестественное восходя. Вместо этого получилось противоестественное. Да? То есть его естество, которое должно было раскрываться во Христе, оно реализовалось в сопротивлении воли Божией. Да? И у него он упал, и получилось то, что он начал делать
противоестественное. И это все усугубилось в его потомках, которые начали убивать, да, и все пошло-поехало. И вот страсти теперь нам нужно понимать, как тоже некие силы души, естественные для нас, да, но которые постоянно соскальзывают куда-то, вот куда-то в сторону. Как, знаете, машина. Вот вам, Екатерина Михайловна, подарок. BMW. Мотор там, там, я не знаю, 3 литра, там, да, вот, я не знаю, что там еще можно сказать, там, да. Только, извините, там вот как бы колеса в разные стороны смотрят. А так, все хорошо. И что мне делать с этой машиной? Ну, сяду, посижу, пофотографируюсь. Но это же про то, чтобы ехать. Как только я еду, она брех, и куда-то валится. Вот это наш бедовый человек, да. Все есть. Ты вот, все у тебя есть. Мозги на месте. Ты знаешь, что хорошо, что плохо. Ты можешь диссертацию написать про то, как вот надо спасаться. Но когда ты начинаешь ехать, навыки, да, вот у тебя не добродетельные, а какие мы тут называем, косодетельные, там, да, у тебя какое-то все время ты скашиваешься куда-то. Да? И вот так вот теперь, да, то есть страсти, получается, это не что-то такое, что, ну, как бы маркировано плохим. Страсть это плохо. Страсти это, ну, болезнь в этом смысле, да. Вот. И вот мне кажется, вот как вы думаете, да, как это можно попытаться понять, да, чтобы человек тоже, вот, двигаясь к покаянию, чтобы для него констатация какой-то страсти в себе было не гвоздем в гроб, да, что все, ты плохой, а чем-то вот... Ну, поправьте меня, следуя логике, да, там, того, о чем вы говорите. В процессе движения ко Христу, если мы говорим, добродетель — это, собственно говоря, путь, да, посредством, средство, да, с помощью которого человек приближается ко Христу, вот, то страсть — это, опять же, как вы говорили в рамках примера, это испорченное средство. То есть мы рассматриваем не отдельно, вот у человека есть страсть, а отдельно получается добродетель, как бы две вещи, совершенно не связанные друг с другом. То есть, по сути, мы страстные, больные, да, искаженные, поврежденные. Не отдельно где-то в горшочках у себя взращиваем добродетель, а именно преобразовывая, да, работая над почвой своего сердца, над тем самым страстным. То есть я к тому, что предмет получается один. То есть я не отдельно, не отдельно занимаюсь какой-то там вот... Вот сейчас я буду выращивать орхидеи, например, да, или вот сейчас я буду такую-то добродеть. То есть мне нужно обратиться к почве, да, то, что, к своего сердца, то, что у меня есть. Я беру какое-то страстное греховное состояние, и начиная с покаяния, вот начинается мой путь к добродетели. Да, да. То есть это как семечко, которое, как нечто, что уже во мне есть, но над чем не нужно трудиться дальше, возделывай, возделывай. То есть я к тому, что это, вот, кстати, очень интересно, прям вот открытие для меня даже. То есть это не то, что извне берется, это то, что есть у меня уже, но больное и страстное. Да. А и все вы... у вас пример чудесный с BMW. Да, BMW нас завезет куда надо, лишь бы колеса были в правильном состоянии. Я про то, что, понимаете, вот иногда, и это вот, вот это то, почему нам надо говорить про добродетели и страсти, да? Мы к этому относимся как-то зачастую классификаторски, да? Вот мы проклассифицируем добродетели и будем стараться почаще их делать. Теперь мы увидим, где страсти там, да? Ага, да, вот это вот про меня. И пойдем там покаемся, и тогда что-то будет. И вот месяц, полгода такой жизни, и мне не хочется уже ничего этого вот... Слушайте, отстаньте, все, я плохой, у меня ничего не получилось, вот все, давайте, вот, пожалуйста, да. Или я очень хороший, но у меня тоже ничего не получилось, просто я устал, на мне ездят, меня пользуют, ну, и да, я разочаровалась в этой, понимаете, и вот, добродетельной жизни. Да, и вот смотрите, вот это важно, да, что получается, ну, как сказать, вот надо увидеть, да, то, что, послушай, ты живой, вот просто, ты не хороший, не плохой, ты живой, ты живой. Потому что ты Божий. Божий. Дальше что? Ты Божий, но ты балбесина. Потому что вместо того, чтобы радоваться Богу и тянуться и укрепляться в нем, ты то, что Богом тебе дано, ты растрачиваешь на какие-то глупости. Даже не сказать гадости, да, а именно глупости. Вот блудный сын, да, он взял, соскочил куда-то на эти свиные рожки. Но зачем?
тебе гораздо больше можно было взять у отца своего там, да, и вот он возвращается, да, и вот, вот это вот тот момент, да, когда не начинать себя унижать, да, то, что я плохой, я так и знал, и дальше выстраивать какие-то, знаете, такие вот сценарии плохой жизни. И по делам это мне, вот и так всегда было, ну вот как бы. Такое. Психологические сценарии различные, как самоуничижение, да. Да, я неудачник. Да. Да, да, да. А суть в том, то, что сама твоя неудача, это про то, что у тебя есть. Это дача. Это материал, да? Да, да. У тебя есть то, вообще, чем ты живешь. И надо не пытаться сыграть в другую роль удачника, то есть добродетельного человека. Подожди ты со своими ролями. Посмотри, что с тобой. Расслышь, что с тобой, да? И послушай, как стучится к тебе Господь, взыскуя тебя, да? И обернись к Нему. И тогда самая твоя неудача, она может расцвести, вот как кактус в пустыне, да? Она расцветет, и это будет добродетель, да? То есть вот только бы услышать это, да? Вот. И тогда вот, да, наш разговор о чем? О том, то, что странным образом добродетели и страсти – это две руки на одном теле, mm-hmm. да? И на самом деле, ну, нельзя только одной рукой все как-то делать там, да, и тогда ты спасешься. Или отрубить другую руку, чтобы вот ни-ни никуда не влезть. Надо посмотреть тело какое. То есть кто ты, вот каково твое тело, каково твое призвание. Расслышать это. И тогда, расслышав это, страсти преобразуются в добродетели. Помните вторая молитва вечерняя? «Страстью бесстрастной оградиме». Вот, смотрите, какая красота. Да? То есть страстность – это наша сила, но она должна быть направлена в правильное русло. То есть получается то, что вот добродетели и страсти, да, это, в общем-то, некие силы нашего естества. Добродетель – это то, когда сила этого естества развивается в соответствии с замыслом Божьим, и тогда мы заповеди Божьи творим там, да? И для нас это естественно, и для нас это не является вот чем-то внешним для нас, искусственным там, да? Мы делаем так, и мы в этом высвобождаемся, потому что для нас это, ну, как бы добро есть. Мы так вот как бы, ну, знаете, как человек сделал что-то вот хорошее, заповедь исполнил, ему отрадно от того, то, что вот оно как-то, ну, по-божьи все, оно как-то вот красиво и хорошо, да. А когда мы делаем страсть, то это тоже движение нашего естества, но оно противоестественное. Это бегство от себя, это попытка забыть свою тоску по Богу, да. И в этом смысле мы запутываемся все больше и больше и больше. Но суть заключается не в том, чтобы перестать просто это делать, а в том, чтобы вернуться к тому источному, да, где эта сила была, но она пошла в неправильном направлении, то есть к Отцу. Спасибо. Я думаю, то, что сегодня мы сказали вот нечто важное про то, что добродетель, она является таковой, потому что она во Христе укоренена. Да? И иго мое благо, как говорит Господь, да, не потому, что сами по себе добрые дела легко творить, а потому что, когда мы во Христе, тогда Он с нами вместе творит. И для нас отрада делать так, как это делает Он. Именно поэтому вот это вот может быть легко, это может быть естественно, и это может быть так, это замечательно. Но прийти к этому ни разу не просто, потому что нас борет, отвлекает всегда куда-то в сторону, и трудно бывает вернуться. И вот это возвращение. Да, но все равно мы помним, что у нас, опять же, я повторю, есть и путь, да. И истина, и жизнь. И с упованием на это, я думаю, мы вот двигаемся. Можем двигаться и двигаемся. Хоть и долго, но двигаемся. Ну, двигаемся. Спасибо вам большое. И я вас благодарю, отец Сергий. Да. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.